Добрый вечер. Уместно было бы заплатить и за мешок. Что? Я говорю, за мешок заплатить надо. Почему это? Это багаж. Этот мешок? Багаж? Да, этот мешок. Как это багаж? Это же просто рваный мешок. Вот если бы это был чемодан какой-нибудь. Вот если бы здесь был контролер, оштрафовал бы вас, сразу бы узнали, багаж это или нет. Впервые слышу, что мешок это багаж. Знаете, очень хорошо знаете. Вот народ, все даром, все за счет другого. Народ? Чуть что сразу о народе говорят. Во всем народ виноват. Как будто только мы народ, а вы из другого теста. А почему он не берет билет за эту скрипку? Значит, мешок это багаж, а огромная скрипка нет? Извините, это место свободно?
Свободно. Я вам не помешаю. Нет, не беспокойтесь. Какой прекрасный вечер. Не поймешь, конец весны или начало осени. Вы метеоролог? Нет, я просто вынужден был долго стоять на остановке. Это ваше дело. Чуть было не опоздал. Автобус за автобусом поставили. Один едет в Валдомировцы, другой наоборот. Простите, этот автобус едет в Валдомировцы? Нет, не едет. Не видишь разве, что автобус городской? В центр он едет. Откуда мне знать, если нигде не написано, ни спереди, ни сзади? Третий автобус меняю, черти написать не могли. Возьми на память от народа. Написали бы или спереди, или сзади, куда едет, а то не знаешь, куда поехать. На рынке торговли не пошла. Мешок полный, поэтому так разнервничался. Вот так эти частники каждый день капитализм рождают. Рождают или не рождают? Вы какого мнения, рождают или не рождают? Это элементарно. Элементарно или рождают? Как вы думаете, скоро поедем? По расписанию. Впервые вижу автобус, который отправляется по расписанию. Этот у меня первый. Между прочим, скрипка у вас очень большая. Простите? Я говорю, ваша скрипка очень большая. Это не скрипка. Не скрипка? А что? Вы не можете немножко помолчать? Я вам мешаю, да? Да, я нервничаю. Нервы, нервы. Самая большая беда современного человека. Сперва они нервничают, потом сумасшедший дом. Правда? Это сейчас по-научному называется психоневрологический диспансер. Но это все та же психушка. Но ничего страшного нет. Там тоже люди живут. Между прочим, некоторые в этих футлярах детей перевозят. Кто? Есть люди, которые занимаются этим. Детей продают иностранцам. Но позвольте. Там за границей рождаемость низкая. И не могут ребенка вот так переносить. Они усыпляют его и в футляр. Это очень опасное дело, страшное дело. Действует на нервы. Послушайте, по-моему, ребенок плачет.
Глупости. Вот, слышите? Это ветер. Может быть, ветер, а может быть и нет. Мы когда-нибудь поедем или нет? Не пугай женщину, скажи, там ребенок в скрипке. Придется, наверное, открыть футляр. Вот я сейчас возьму и открою футляр. Убирайтесь! Не смейте прикасаться к моему инструменту! Вы не стоите одной его струны! Но если там скрипка, а не ребенок, тогда почему ты нервничаешь? Уберите ваши грязные пальцы! Очень подозрительно, очень. Глупости болтаете с тех пор, как вы тут появились. Я никогда в общественном транспорте не езжу. Но в этом районе нет такси. Нету. Нету. Больше получаса ждал. Теперь вижу, что надо было еще подождать. И подождал бы, если бы не было записи. Потому что такие, как ты, могут тебя на целый месяц вывести из равновесия. Почему бы вам не открыть футляр? Ведь это же не трудно. Не так ли? Вы тоже думаете, что там ребенок? А еще кажетесь интеллигентным человеком. Главное, чтобы страсти улеглись. Не верю, конечно, но лишняя проверка не помешает. Ни в коем случае! Почему вы упорствуете? Проверка – это высшая ступень доверия. В таком случае опустите штаны. Простите? Я говорю, опустите штаны. Вы понимаете, что вы говорите? Просто проверим, мужчина вы или женщина. У меня такое подозрение, что вы переодетая женщина. Варвар. А почему вы сопротивляетесь? Мы только проверим. Вы ведь сами сказали, что проверка – это высшая ступень доверия. Ах, вы не хотите. А почему я должен подчиняться каждой глупости, которую болтает этот безответственный тип? Это же идиотизм. Не хочу слушать ничего и никого. И запомните, вы все для меня только пассажиры, как и я для вас только пассажир. Всего-навсего пассажир. Ты почему сел рядом со мной? Все в порядке, не волнуйся. Ты не должен был садиться рядом. Что, встать? Не надо, привлечешь внимание. Ну а что делать? Не кричи, не можешь тише говорить. Тише не могу. Ты все время кричишь. А ты не имеешь права делать мне замечания. Мы чужие. Я больше не могу. Я больше не выдержу. Я понимаю. Но мы должны были это сделать. Хотя бы работали в разных местах, чтобы нас не знали. По нашему профилю другого института нет. Все время задают вопросы. Что случилось? Почему вы развелись? Я тебя прошу, не делай из меня изверга. Он бил детей резиновым шлангом, чтобы не оставалось синяков. Девочек из балетной школы в ресторан приглашал. Сам говорил, надо придумать такое, чтобы глупых шокировало. Вот когда меня выгонят за аморалку, тогда будет шок. За что? За пьянку, за садизм, за связи с балетными девочками. Я просто музейный экспонат. Сокровище. Дом, музей. А ты что говоришь про меня? Что я уличная женщина? Я понимаю, мы так договаривались, но... То, что я родного отца отравил, этого я тебе никогда не прощу. А что я должен был сказать? Безнравственный, уличный, никакого впечатления на окружающих не производишь? Все равно, я не отца-убийца. Ты хочешь, чтобы они догадались, что мы развелись для того, чтобы мы квартиру детям оставили? А ты знаешь, что будет, когда люди узнают об этом? Нас с работы выгонят и квартиру отберут.
Где тогда будут жить наши дети? Да, но все имеет свои границы. А ты перестань у меня под носом флиртовать. Я же должна быть похожей на уличную женщину. Да, но не с таким удовольствием. А как без удовольствия? Тогда они сразу догадаются. Подожди, подожди. Может, ты действительно? Что? Может, это твое настоящее лицо, а все остальное маска? Развратник. Простите, пожалуйста. Вам не кажется, что мы едем по другим улицам? В каком смысле? В том смысле, что мы едем не по маршруту. Я недавно переехал в этот район, так что ничего не могу сказать. Ну, конечно. Вот какая-то фабрика, мельница. А по этому маршруту не было ни фабрики, ни мельницы. Поверьте мне, я 10 лет езжу автобусом по этому маршруту. Возможно, для меня главное быстро доехать. Дорогие граждане, могу я вам задать один вопрос? Куда мы едем? Что вы хотите этим сказать? Только спросить, куда мы едем? Вы что, не знаете этот маршрут? Знаю. Тогда почему вы задаете странные вопросы? Потому что автобус едет не по своему маршруту. Молодой человек, стало уже темно. Вам, наверное, показалось. Да, темно. Но не настолько, чтобы не различать улицы. И еще один вопрос. Мы должны были дважды остановиться. Почему же этого не было? Ну, скажем, остановились бы. Дальше что? Здравствуйте, люди. Этот автобус случайно волдомировцы не едет? Я, кажется, в этот автобус уже садился. Садился. Ну ничего, еще раз сядете. Не везет мне с этими автобусами. Сошел с одного, плутал по улицам, крутился. И совсем заплутал. А тут была остановка? Нет, просто я увидел автобус и поднял руку. Я же говорил, едем не по маршруту. Я, пожалуй, сойду, а то так до полуночи не доеду. Товарищ, я неправильно сел. Товарищ водитель, остановитесь! Уже половина восьмого.
Мы уже должны быть на остановке «Летучая мышь». Я всегда там проверяю часы по башенным часам. А мы едем неизвестно где. Я думаю, что мы вовремя приедем. Доверяйте водителю, вы еще молоды. Ну и что, что я молод? Я же не пенсию прошу. Я просто хочу, чтобы автобус шел по своему маршруту. Или для этого тоже стаж нужен? Ты много болтаешь. Я устал, понимаете? Я целый день на работе и хочу скорее приехать домой. Мы тоже не намерены ночевать в автобусе, но зачем водителя подозрениями оскорблять? Почему же не спросить его? Что в этом плохого? Разговаривать с водителем запрещено. Изменять маршруты тоже запрещено, а он меняет. А откуда вы знаете, что он меняет? Может, из центра новый маршрут спустили? Как это? Утром еще по старым ехали. Утром, может быть. А теперь едем в обратную сторону. Теперь каждый день меняют маршрут. И потом, не суй, молодой человек, свой нос в дела, которые тебя не касаются. Я просто вижу, что мы все время крутимся. Дорога, ведущая к цели, не обязательно должна быть прямой. Можно идти по кривой. А почему бы не спросить шофера, молодой человек? Я не хочу ехать в неизвестном направлении. Пойду в кабину и спрошу. Последний раз предупреждаю. Не раздражайте водителя. Это неразумно. Ты что, чокнутый? Не понимаешь, что он может остановить автобус и всех нас выкинуть? Куда ты тогда пойдешь? Ты что, не знаешь, как они чувствительны? Вдруг монтировкой ударит по голове. Человека убили. Я же говорил, оставьте его в покое. Он его монтировкой ударил по голове. Этот, наверное, раскричался и... Как это можно ударить монтировкой? А чем же? Что под руку попало, тем и ударил. Страшный район. Есть среди нас врачи? У кого есть водка? У меня есть водка. Только надо проверить, он жив или нет, а то жалко водку. Пощупайте пульс. Лучше зеркалом проверить. Нету. Дышит. Удар был нанесен с воспитательной целью. Водку!
Не давай ему так много. Мне же ничего не останется. Он же ушибленный. Был, а теперь в себя приходит. Зеркало верните. Интересный маршрут, как лисы петляем. Поворотов много. Страшного ничего нет. Конечно, ничего. Вот за границей, на треке, есть маршрут 78 таких поворотов. Да, я знаю. Но с той разницей, что если преодолеешь эти повороты, то получишь 50 тысяч долларов. Не забывайте, что там человек эксплуатирует человека по закону. Я просто факт констатирую. Но многие забывают. Он не из многих. Он участник того известного бунта против царя Фердинанда перед Народным театром. Я тебя умоляю. Ты участник. Да, но тогда мне было всего 3 года. Ты перед Национальным театром был на бульваре? Да, с матерью в коляске. Ты дудел в дуду? Да, до прихода короля Фердинанда. Это не имеет значения, важен факт. Ты же не мог спать, как другие дети, но ты не спал, а дудел. И дудел в него. А вы откуда знаете? Я? Мы одноклассники. Вся школа знала об этом. Так больше продолжаться не может. Надо что-то придумать. Да, но что? Не знаю. Но время идет, и все вянет. Попробуй потом из этой зелени салат сделать. Это меня начинает беспокоить. Что именно? Человек этот тут лежит. Поворотов много. Снаружи темно. А сейчас светло только на другой стороне планеты. Я хочу сказать, что темно только на тех улицах, по которым мы едем. Вы что-нибудь можете предложить? Я в жизни ничего не предлагал. Все. Иду к водителю. И пусть будет, что будет. Это ваше дело, но сохраняйте дистанцию. Он может ударить, знаю. Хотя водку держите наготове. Держите наготове. Почему он не выходит? Едем за хлебом. Что? Ищет хлебный магазин. Этот человек был прав. Мы едем не по маршруту. Он говорит, что по нашему маршруту хлебного магазина нет. Но нас дети ждут. Нельзя же общественный транспорт употреблять в личных целях. Я ему сказал, а он говорит, что? Я не человек, что ли? А? Ваши дети должны есть хлеб, а мои нет? Мог бы он раньше купить, но где? Когда? Целый день, говорит, за рулем. Если хлеба домой не привезу, жена в дом не впустит. Жена тоже работник транспорта. Он утром рано из дому выходит, а возвращается поздно вечером. Если хлеб домой не привезет, завтра вся семья целый день без хлеба будет. Логично, страшный район. Мы до каких пор будем искать этот хлеб? Водитель говорит, что по этому маршруту должен быть один магазин. Да. В чем дело? Не понимаю, что случилось? Подождите. Остановились. Водитель к хлебному магазину идет. Какой красивый магазин. Весь блестит от чистоты. Продавщица тоже. А халат просто светится. Удивительно. Вы, наверное, ожидали другого. Нет, я всегда ожидал только этого. Ничего другого я не ожидал. Молодцы. Он подошел к магазину. Не спешите, пускай зайдет. Как улыбается. Кто? Продавщица? Браво, мадам! Завидую водителю. А почему он не заходит? Нельзя закрыто. Продавщица деньги считает. Стучится в окно. Откроет или нет? Ногами начал стучать в дверь. Безобразие. Рано закрывают магазины.
Нет, она не пустит, деньги считает. Что за люди? Раньше бы такие вещи не сделали. Не обобщайте. Я не обобщаю. Я просто факт констатирую. А многие пытаются обобщать. Он не из многих. Знаю, знаю. Он участник того исторического свиста. И вообще образумьтесь. Открыто, закрыто, чисто, грязно. Разве это важно? Главные идеи и принципы. А в принципе просто хлеба нет. Нет. Кончился хлеб. Кончился. Действительно? Водитель возвращается. Он разгневан. Какой неотесанный огромный чурбан. Добрый вечер, люди. Этот автобус волдомировцы не едет? Наш дядя долдомировцев еще не доехал. А что же делать? Как дойти? Не пешком же. Поэтому, как автобус увижу, руку поднимаю, останавливаю. Да как назло, ни один волдомировцы не едет. Я, кажется, в этот автобус уже садился. Всего 3-4 раза. Поэтому чемоданы узнал. Куда же запропастился этот автобус? Под землю, что ли, провалился? Что мне теперь делать? Все, остаюсь здесь. Я чувствую, что этот автобус и волдомировцы доедет. Очень странная история. Какая история? Вот это? Действительно, это же безобразие. Вы на что намекаете? Что? Что давно уже пора, чтобы мы до места доехали. Что это за хлебный магазин? И вообще, что это за безобразие? Водитель хочет купить хлеб для своих детей. Или вы не согласны? Каждый имеет право на хлеб. Согласен. Конечно, согласен. И даже больше. Я согласен, что каждый имеет право на учебу, на отдых, на работу. И вообще, свобода, равенство, братство, либерте, эгалите, фратерните. Ну что же, в конце концов, мы медлим. До места никак не доедем! Потому что мы хлеб ищем. Но это же смешно. У меня запись. 117 человек ждут меня. Целая филармония. Вместе с дирижером. Дирижер из штандарт-оперы. И кроме того, целая хоровая капелла. Что прикажешь делать этой капелле, пока мы хлеб
ищем? За кору я не отвечаю. Мой вопрос имеет риторический смысл. Конечно, вы не можете быть в ответе за эту капеллу. Это ясно видно. И не думайте, что когда-нибудь вы сможете ввести людей в заблуждение. Я спрашиваю вас прямо, что должны делать эти 200 человек? Все прекрасные музыканты, замечательные профессионалы, виртуозы. Что должны делать звукооператоры, техники, хормейстеры, которые собрались в студии и ждут меня? Меня. А я здесь. Меня нет. А дирижер, вы знаете, сколько тысяч долларов заплатили ему за один концерт? Вам известно, что уже написан договор на ту пластинку, которая должна быть записана сегодня вечером. Я спрашиваю, это вам известно? Что ты к ним пристал? Это им неизвестно. Это у них на лбу написано, что это им неизвестно. А солист? Вы знаете, кто этот солист? Прибыл Леопольд фон Браухенцоллер. Вы знаете, кто такой Леопольд фон Браухенцоллер? Вечером прибыл, утром должен улететь. Поймите, что это несостоявшийся праздник искусства может осложнить международное положение. Это ЮНЕСКО. Это мероприятие на уровне ЮНЕСКО. Это же культурное сотрудничество. Плечом к плечу народы мира в культурном диалоге. Это борьба за мир. Борьба за мир, в конце концов. А мы тут гоняемся за хлебом. Что это такое? Что это такое? У меня двое детей. Одному 7 лет, другому 3 года. Старший берет младшего из детского сада. Возьмет, не возьмет, не знаю. Он часто забывает. В последний раз мы их нашли с милицией где-то далеко, на железнодорожной станции около Павликени. А вы знаете, где Павликени? Очень далеко. Я хочу к своим детям. Я домой хочу! А вы думаете, мне легче? Сегодня год, как скончался мой отец. Все собрались теперь в доме и ждут меня. А брат думает, нет у меня ничего святого. Пришел бы, выпил бы за память отца, а сейчас неизвестно, где валяется. И напился, наверное, я не пью. А я тоже из автобуса в автобус. И никак Волдомировцы не доеду. Не доеду никак. Граждане, вы меня неправильно поняли. Я с вами. Я тоже пассажир, ночной пассажир. У меня дома есть дети, но сейчас вопрос в том, чтобы быть благоразумными. Не поддаваться чувствам и страстям. Какие будут предложения? Больше никаких предложений. Пойду водителю, скажу то, что должен сказать, и все тут.
Ну, что случилось? Едем в Копривщицу. Не может быть. Абсурд. Это же абсурд. Как это в Копривщицу? А я, волдомировцы, доеду? Вы шутите? Нет. Но почему именно в Копривщицу? Он оттуда родом. Не знаю, говорит, найду открытый хлебный магазин или нет. А если найду, то неизвестно, какой хлеб там остался. А в Копривщице, говорит, у меня мать, которую давно не видел. Вы знаете, какой хлеб печет моя мать? Мягкий, ароматный, с хрустящей коркой. Сядем на тахту, где слушал сказки, и где отец мне пел про смелых гайдуков и воевод, и все это рядом с лесом. И с речкой, в которой отражаются золотистые звезды. Золотистые звезды! Золотистые! Золотистые! Золотистые звезды! Прекрасная моя родина! Почему мы так редко вспоминаем о ней? Значит, Копривщица, первое ружье, наша доблестная, прекрасная история, восстание против гнета, легендарный герой. И нанес я тиранам смертельный удар. И вернулся в отчий дом, когда тихо спускались сумерки. Как мало мы вспоминаем наших родителей. Старики уходят с этого света, так и не услышав доброго слова. Прекрасно. Он правильно делает, что едет к своим родителям. А почему бы и нет? Пускай едет. Кто против, только не сегодня. Завтра. Сегодня у меня запись. Вы не правы. Вы музыкант, но музыки не слышите. Представьте себе. Доедем до Копривщицы, когда тихо спускаются сумерки. Это поэзия. Поэзия. Дело в том, что, может, и до Копривщицы нам не доехать. А куда доедем? Никуда. Или туда. Куда? Туда. На небеса! Теперь еще и на небо? У меня запись! Сколько раз вам надо повторять? Подождите, подождите, как это на небеса? Он пьет. Кто? Водитель. Страшно. А что пьет? Виноградную водку, прямо из бутылки. Страшно, а почему раньше не сказали? А когда сказать? Вы сразу начали читать «Спускаются сумерки». Не верю, я тоже не верю. Он не имеет права. Неправильно, наши водители не пьют. Точно. Пойдите и сами проверьте. Запросто может нас сбросить в первую попавшуюся пропасть.
Вы видели, на какой сумасшедшей скорости проскочил рядом с грузовиком? В следующий раз точно ударимся. Что-то надо делать. Думайте, думайте. Я предлагаю поехать в Волдомировцы. Без шуток, прошу вас. Вы что, не видите? Мы можем каждую секунду упасть в пропасть. Поэтому я и говорю, если мы умрем, то лучше поближе к Волдомировцам. Там у меня есть земля для могилы. Да, действительно. Есть земля. Может, в бутылке не водка? А что там? Бутылки. Кока-кола? Севен Ап? Чанчарелла? Человек просто воду пьет. Многие пьют водку из бутылки, из-под воды. То есть наоборот, воду вынимают из водки. Бутылка воды на водке. Послушай, ты понимаешь, что ты болтаешь? Бутылка воды на водке. Из-под водки вода течет. Послушайте, я прошу вас больше не шутить. Что это за шутки? Весь вечер вы что-нибудь придумываете. Сперва хлеб, потом капривщица, Севен Ап, Чанчарелла. А теперь из-под водки вода течет. Всему есть свои границы. У меня запись. Я не могу быть участником ваших шуток, а то бы я тоже с удовольствием посмеялся перед смертью. To be or not to be. Что-что? Это Шекспир по-английски. Послушайте, давайте выпьем. Сейчас? Да, прямо сейчас. Не очень удобно. Через несколько секунд выйдем на небеса. Выпьем, чтобы притупить наш страх. Только по одному глотку, а то всем не хватит.
Послушайте, а почему представлять только самое плохое? Ну, в таком случае, давайте будем представлять себе все самое прекрасное и романтичное. Франция, Италия, экскурсия. Вместо того, чтобы представлять, предлагаю создать очень солидную комиссию, пойти к нему, разумно объясниться, убедить его, сказать ему, что мы глубоко потрясены его человеколюбивыми помыслами, потрясены его убеждениями. Но пускай он нас также поймет. Пускай. Мы тоже люди. И все вместе живем на одной планете. В эпоху гуманизма. Но сперва надо проверить его настроение. Веселый или грустный. Спокоен или раздражен. Чтобы узнать, как с ним действовать. Это очень важно. Предварительная проверка – это первая ступень нашего успеха. Да, но кто пройдет первую проверку? Он, как самый опытный. Вы должны пойти к нему и дать ему решение нашей комиссии. Ясно. Ничего не получится. Я же не сказал, что не пойду. Я пойду к нему. Только неизвестно, что из этого получится. Я пойду, конечно. Конечно, пойду, пойду. Ничего не хочет слушать. Как это? А вот так. Говорит, я водитель, а не Организация Объединенных Наций. Сказал, нет, едем в Копривщицу, и все. Кто не хочет, может сойти. Мы спасены! О, моя виолончель! О, моя виолончель! Мы спасены! Моя виолончель! Что мы должны делать в этих необитаемых местах? Страшно.
как много камней. Он с ума сошел. Тут невозможно найти машину, которая ехала бы в город. Ненавижу эти автобусы. Вдали виднеются поля. Поля хорошо ухожены, значит, это точно не наш Альдамир. Когда это мы выехали из города? Всю ночь должны провести в этом пустыре. Где водитель? Где? Он не имеет права. Если снова кто-нибудь из вас придет, говорит, и будет капать мне на мозги, я монтировкой размочу ему голову. Устал. Каждую минуту приходится говорить, говорить и говорить. С водителем говорить запрещено. Надоело. И вообще, где вы были до сих пор? Сказал и закрыл кабину изнутри. Я схожу. Я схожу. Лучше спать на земле, чем под землей. Я схожу. Товарищ водитель, я хочу сойти. Прошу вас, я по нужде. Я должен. Прошу вас. Он не слышит. Надо зайти к нему в кабину, чтобы он ударил меня монтировкой по голове. Подождите, я тоже с вами. Идите к нему и скажите, что мы хотим сойти. Вы решили, вы идите? Будьте благоразумны, мы так никогда не сойдем. Значит, мне ударит по голове, а вы спокойно сойдете? Давайте вместе пойдем. Это будет двойная жертва, это неразумно. Лучше, чтобы один. И вы хотите, чтобы этой жертвой стал я? Идите сами. Я остаюсь. Товарищ водитель, мы не хотим с вами разговаривать. Мы просто хотим выйти. Вы же сказали, что можно. Я прошу вас, товарищ водитель. Я же сказал, он не слышит, мотор гудит. Надо в кабину к нему зайти. А зачем я сел в этот автобус? Зачем? Странный, бессмысленный вопрос. Ведь другого автобуса не было. Послушайте, вместо того, чтобы так иронизировать, скажите, что делать. И не думайте, что вы бессмертны. Так разобьете, что ваши куски не соберут для похорон. Почему вы спорите? Время уходит. Давайте как люди, по-человечески поговорим друг с другом. Ведь человек человеку брат, друг. Будем братьями. Давайте будем братьями, по-братски поговорим. Ничего не получится. Если будем как братья, никогда не поймем друг друга. Вот мы с братьями так и не поняли друг друга. 10 лет, как дерево, осталось в наследство от нашего отца. Мы никак не могли разделить его. Все остальное наследство разделили, а вот это дерево не смогли. Никто не хотел уступать. Вот этой весной один из моих братьев сказал, «Я больше не выдержу. Я возьму свою часть, свою долю, а вы что хотите, так и делайте». Этот сказал, другие братья тоже поддержали. Я тоже свою часть, свою долю возьму. Отец меня не на улице нашел, это наследство моего отца. В общем, разрубили дерево. Когда стояло большое, прекрасное дерево, тень была большая, а теперь только отдельные пни, как мы, дураки. Вот поэтому я и говорю... Если хотите как братья, то лучше и не начинать. Послушайте, а почему бы его нам чем-нибудь не ударить по голове? Он потеряет сознание, а мы проснемся в раю. Нет, друзья мои, силой ничего не выйдет. Или должны убедить водителя, или должны свалиться в пропасть. Вот и вся задача. Thank you.
Послушай, что, доехали? Почему не думаешь? Я думаю. Как ты думаешь, когда ты спишь? Я лучше всего думаю, когда сплю. Вот это наш народ. Как ты можешь спать, когда другие думают? Когда я над чем-то долго думаю, то засыпаю. Это с детства у меня так. И братья мои такие. Дай мне что-нибудь сделать или сломать. А то если начнем думать, то или засыпаем, или пьем. Думай, дядя, думай. А то если уснешь вечным сном, то больше не проснешься. Думай. Хорошо. Я буду думать. Но что из этого получится, не знаю. Скорей, скорее, у нас нет времени. Может, товарищ со скрипкой? Может? Да, может, может, но что? Для водителей что-нибудь сыграть. Я слышал, знаю, что музыка очень благотворно влияет на нервную систему, даже на нервную систему диких зверей. Это известная истина. Музыка очищает человека. Еще в древние времена, когда Орфей играл, даже дикие звери собирались вокруг него. Я тоже знаю, что под музыку повышается работоспособность насекомых. Да, если товарищ со скрипкой... Это не скрипка! Дорогой товарищ, пора, чтобы ты сказал, что это такое. Что ты нас так мучишь? Не скрипка, не скрипка, не скрипка. Скажи, в конце концов, что это такое? Мы почти родственники. Даже если он там уже мертвый, то все равно будем молчать до могилы. Хорошо. Если это слово вам что-нибудь скажет, это... Виолончель. Виолончель. Виолончель? Прекрасно. Вот если товарищ с виолончелью... Ни в коем случае! Подождите, подождите. А почему так категорично? Ни в коем случае. Почему? Объясните. Товарищ вполне прав. Объясните. Покойник проснулся, воскрес. Вы бы хотя бы не вмешивались. Едва в себя пришли. Почему едва? Я уже 15 минут как пришел в себя. Я все знаю. А почему вы молчали? Я думал. Что ты там думал? Человек, который однажды получает по голове, найдет над чем подумать. Вся моя жизнь прошла перед глазами. И что я там увидел? Только невоздержанность, только неблагоразумие, ни капли разума, полнейшее отсутствие контроля. Как я был далек от правды. И этот товарищ, как правильно он мне советовал. Я закрытыми глазами увидел его правду, этого товарища. Я понял, как он был прав, и как трезво, и как правильно оценивает ситуацию. Если он еще раз получит по голове, то станет философом. Мы отошли от основного. Скажите, почему не хотите играть для него? Это мое дело. Не хочу, и все. Это неразумно. Вы не оцениваете ситуацию. Немножко музыки, и его настроение поднимется. Немножко музыки. Что вы понимаете в музыке? Что вы знаете о титанической силе этого искусства? О космической ее необъятности, о том высоком полете. Все время вверх, все время кверху, все время ввысь, к свету до бесконечности, который приближает нас к божественному, сливает нас с ним. Что касается божественного, то без музыки мы через несколько минут будем там, когда автобус перевернется. Подождите, но ведь Бога нет. Куда же мы еще поднимаемся? Послушайте, может, ситуация изменилась? У Бога нет. А у нас ситуация изменилась. Правильно, маэстро, сыграйте для него. Дети остались на улице. Почему вы так упорствуете? Сыграйте. Мне здесь, в этом задрипанном автобусе. Я виртуоз, который играл для бельгийского короля и королевы. Я, который в Ланжероне получил вторую премию. Я, которому рукоплескала вся английская королевская опера. Я, который заставил плакать, растрогал Горацио Фругони. И я для какого-то водителя. Ну, никто, кроме тебя, не может играть на этом. Ну,
Может, вы и виртуоз, но точно ничего не понимаете в ситуации. Имейте в виду, что виртуозы тоже смертны. Я предпочитаю умереть. Умереть – это глупо. Это двойная жертва. Вы навсегда потеряете музыку, а музыка потеряет одного из своих кумиров. Кому это надо? Для чего? Только 5 минут. Нет! Не сыграю! Но почему, маэстро? Это ваша профессия. Профессию, вы говорите? Нет, мадам. Музыка – это не профессия. Это жизнь, это любовь, это семья, союз, это все. Все, я не могу вульгаризировать свое святое искусство для него. Только 5 минут. Это будет компромисс, сделка. Конец! Я в автобусах не играю! Значит так. Для бельгийского короля и королевы играете. Для дворянской публики в английской опере играете. А для простого, ясного, чистого, рабочего водителя не хотите играть. Со слезами на глазах играть для какого-то фургони. А для нашего соотечественника не играть и говорить, что это компромисс. Значит... Играть для тех, кто вас одевает, кормит. Это компромисс? Да? Я и для нашей публики тоже играю. Я просто говорил о гастролях. Значит, симфонии и апофеозы только королям, а простому народу ничего? Так, все ясно. Вы извращаете факты. Я извращаю факты? Из ваших слов получается, что королям можно, а народу нет. Странный взгляд на роль искусства. А я думаю, ничего странного нет, все ясно. Я говорю, что искусство просто так не создается. Это же не туфли, которые можно почистить. Хотите сказать, что это не королевские туфли, которые вы с удовольствием бы почистили? Ну, это просто глупости. Я никогда не говорил, что для народа нельзя играть. И вообще, я очень сомневаюсь, что он наш народ. Это очень большое понятие. Это очень большое понятие. А вы не сомневайтесь. Когда есть сомнения, то можно все подвергать сомнению. А я не сомневаюсь! Послушай, ты человек или нет? Посмотри, как они тебя просят. А то так и всех прав лишишься. Они семечки от тыквы продают. Вот где мое право. И никто не может отнять его у меня. В раз отнимут у тебя. Так отнимут, что даже не догадаешься. Был один у нас, за одну неделю 10 раз отнимали. Маэстро... Вы бы сыграли для него. Последний раз спрашиваю. Будете играть для простого народа? Или вам обязательно голубая кровь нужна? Нет. Хорошо. Я не могу просто так. Мне нужно настроить инструмент, прорепетировать. Вы его растрогаете. Мы все уверены в этом. Вы же растрогали Горацио Фругони. Но это невозможно. Все равно, главное, ваша виртуозная игра. Наша жизнь в ваших руках, маэстро. Не волнуйтесь.
Можно у вас автограф попросить, маэстро? Оставьте в покое, маэстро. Не видите, в каком он состоянии? Дайте ему сосредоточиться. Господи, а главное забыли, что сыграть? Как это что? Ну, сыграйте. Вы лучше знаете, что. Дело в том, что я не знаю, какие пьесы он захочет послушать. Может, вариация Чайковского на тему рококо? Да, именно Чайковский. Может, минуэт Дворжика? Может, реквием Брус Кассадо? Гайден! 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 Лучше, по-моему, реквием Брус Кассадо. Вы уверены? Вы знаете, вы правы. Конечно, реквием Брус. Реквием? Как раз уместно. Похоронный марш. Нет, никакого похоронного марша, не реквием, а реквием Брус, что значит нежность. Вы готовы, маэстро? Пойдите и запомните, что самое главное – ваша музыка. Вы по необходимости меняйте мелодию. Вперед, маэстро! Бог с вами! Но я не во фраке. Это так необычно. Автобус, экспромт. Именно автобус. Именно экспромт. Сюита, соната, баллада, апассионата. Что угодно, только не похоронный марш. Главное, ваша виртуозная игра. Вперед! Спасибо! Вперед! Садитесь. Thank you.
Браво! Он даже меня растрогал. Браво! Браво! Я весь в слезах. Мы спасены! Мы спасены! Мы спасены! Мы спасены! Что там было, товарищ? Что, не понравилось? Это же было блестяще. Как это могло ему не понравиться? И он ничего не сказал? Сказал. Что? Сказал, почему такая большая скрипка? И больше ничего не сказал? Сказал. Эту твою скрипку отнеси и засунь себе. Меня усыпляет, сказал. Ясно. Теперь все надо начать сначала. Это глупости, ты понимаешь? Если бы у тебя были курчавые волосы, ты был бы готовый Отелло. Если будешь душить, то давай я сниму плащ, чтобы тебе было удобно. Снять плащ? Я автограф попросил, и больше ничего. Это ты считаешь началом связи? Главное, не связь. А что? Если бы он даже мизинцем к тебе прикоснулся, вас обоих бы не было на этом свете. Я бы вас обоих. Никогда я не думал, что ты так легко потеряешь голову. Я не потеряла, я попросила автограф. Конечно, всегда так начинается. Не могли же вы сразу раздеться? Ну и что такого? Он даже не дал мне этот автограф, потому что были люди. Дурак! Конечно, я дурак. Не виртуоз же! Сцену удушения Дездемона считаю открытой. Слабонервных прошу выйти. И что? И что только вы находите в этих актерах? Видите, человек искусства и сразу теряет свою голову. Известные люди с именем. На улицах все их узнают. Он играл для бельгийского короля и королевы. Не будь дураком, виртуоз! Не знаю еще что. А может, он вообще не играл перед Горацио Фругони, и он не расплакался от его игры. Может, ему соринка попала в глаз? Или лук нарезал? Искусство, принципы, сопротивлялся, а потом сыграл ведь еще немножко, и он будет играть на свадьбах и похоронах, если уже не играет. Неужели не видите, что они все ленивые, жалкие, трусливые люди, без принципов и любят только себя и больше ничего? Пугливые, пустые создания! Иди сюда! А теперь помолчи и руку положи вот сюда. И не двигайся, пожалуйста. Прекрасно. Смогла сделать музыка, может сделать
женщина. Я согласен. Сделать? В каком смысле? Вот смысл. Эмоциональная. Эмоциональная беседа со взаимными комплиментами. Только женщина может заставить водителя повернуть автобус в город. Только женщина. Ни в коем случае. Вы хотите сказать, что к нему нужно послать женщину? Другого выхода нет. Об этом и речи быть не может. Речь идет не о вашей однокласснице. Тут нужны, как вам сказать, более вот такие. Что? Значит, я не более такая? Ну, я бы не сказал, что нет, наоборот, вы очень такие. Но в данном случае, понимаете, нужны очень вот такие. А ты молчи! Боже мой, как она изменилась! В школе была такая стыдливая, скромная девочка. Для обеспечения начальной связи нужны более контактные женщины. Между прочим, он водитель. Он не будет обращать внимания на глубокий внутренний мир, чем вы бесспорно обладаете. Ясно. Значит, я некрасива. Боже мой, кто это сказал? Вы сказали, что у меня богатый внутренний мир. Вы знаете, когда говорят такие вещи, когда женщина некрасива и ничего из себя не представляет, лично мне вы очень нравитесь, и я уверен, что тут творится. Она ваша одноклассница или моя? А? Еще немного, и вы ей в любви объяснитесь. Значит, правильно то, что я говорю про тебя. А почему он меня оскорбляет? Правда, я не Арнелла Мути, но я не позволю. Богатой духовной жизнью женщины живут после 60. Вы знаете, мадам, я готов послать вас к водителю, но чувствую сопротивление вашего одноклассника. Этот разговор не имеет смысла продолжать, а то сейчас кровь прольется. Кровь так или иначе прольется, если мы к нему не пошлем женщину. Кого вы имеете в виду? Девушку. Очень разумное решение. Девушку? Можно. Но это уже другое получается. Да. Получается. Получается. И мы сейчас действуем в целях самообороны. И вообще я не понимаю, что в этом вас беспокоит. Совершенно нейтральная, дружеская беседа. Немного блеска в глазах. Немного нежности в голосе. И все. Водители пассажиров не едят, а тот сопляк. А сопляку мы объясним. И он должен, обязан понять и почувствовать ту ответственность, которую мы возлагаем на него и на плечи этой девушки. Поймите вы, мы не можем наше спасение связывать со счастливой случайностью. Меня этому не учили. Я к этому не привык. Правильно. У природы надо отбирать, а не ждать ее милостыни. Гениально. Вот что может сделать с человеком один удар по голове. Браво. Спасибо. Я могу позвать их. Забейте. Не трогайте ее. Каждому, кто к ней прикоснется, я размочу голову. Но зачем так страстно, если речь идет об обычном разговоре? Сами идите и разговаривайте с ним. Но разговор должен быть приятным, нежным, увлекательным, чисто женским, чисто человеческим, чисто сентиментальным. Меня не интересует, кто к ней прикоснется, останется на месте. Как это не интересует? Вы ведь тоже ячейка.
нашего общества. Это наша общая задача. Вы нашу общую задачу хотите решить за мой счет? Всех перебью. Послушай, деточка, твой парень совсем свихнулся. Ты же сознательный. Мы же скоро умрем. Пойди к водителю, тебя же не убудет. Не подходите к ней! Перережу. Если вы ее заставите, я прямо сейчас здесь себе вены перережу. Перережу! Хорошо! Чересчур разгорячились и бессмысленно. И бросьте бутылку, она вам не пригодится. Мы цивилизованные люди. Девушек не кушаем. А резать вены не спешите. Очень скоро и без бутылки они перережутся. Тут стекла хватает. Мы думали, что вы, как молодой, современный человек, поймете всю сложность нашей ситуации и поможете нам. Но вы не поняли нас. Вы остались в кругу вашего личного, узкого, в границах вашей любви. А мы были уверены, что вы, как Данко, вырвали бы свое сердце, подняли бы его, как факел, и осветили бы путь человечества. И спасли бы их, но вы захотели вырвать наши сердца, чтобы бросить их в мусорный ящик. Мы были убеждены и уверены, что вы любите людей, и ради них вы готовы на подвиг. Хотя о каком подвиге может идти речь, когда дело идет о разговоре с простым водителем? Да, вы не любите людей. Мы готовы были поклясться, что вы способны на более высокие, святые чувства. Но вы не способны. Что поделаешь, есть и такие. Простите, молодой человек, что мы обратились к вам. Наверное, на вашем лице что-то нас ввело в заблуждение, простите нас. И вы думаете, что он поверит вам? Думаете, вы обманете его? Вы думаете, что его любовь похожа на вашу? Любовь. Что вы знаете о любви? Вы, жалкие, ограниченные умы, карьеристы, грязные скупцы, что вы знаете о любви? Вы, которые всю жизнь думали только о том, чтобы сделать кому-нибудь плохо. Самый большой, лучший кусок взять себе. Вы, которые играете в честность, говорите высокие слова. Почему не говорите, что это я должна сделать ради нации, ради Родины, ради прогрессивного человечества? Почему? Девушка, девушка, придите в себя. Вы, наполненные словами, пустые мешки. Дома вы читаете проповеди, а потом по скрипучим лестницам поднимаетесь на чердаки, чтобы ваши жирные животы уложить рядом с вашими любовницами. Вы говорите «любовь», «дом», «семья», «ответственность», а потом рушите, оплевываете и первое, и второе, и третье. Что вы знаете о любви? Об этом высоком чувстве, которое человека делает летящим, как птица? Вы, размалеванные бумажные куклы, вы не знаете нас. Вам только кажется, что вы нас знаете. Наши лица знаете, наше имя знаете. Потому что мы, большей частью, ваши имена носим, но только это. А в нашей любви
Вы ничего не знаете. Любовь вам знакома только по книгам и фильмам. Но вы сами никогда, слышите, никогда не любили и не могли любить, и не можете любить. Послушай, какая любовь, когда через несколько секунд мы будем в пропасти? Прекрасно. Давайте в пропасть. Жизнь не имеет смысла, если любовь мертва. Если любовь покинула тебя, такая жизнь не имеет смысла. Как жить человеку без любви? Молодой человек, теперь ты меня послушай. Женщин хватает на этом свете. Сейчас автобус перевернется, мы умрем, а она останется жива. Я хорошо знаю женщин. Они всегда выскальзывают из таких ситуаций. Живут, а потом найдет себе другого, забудет тебя, и ты с того света помашешь ей рукой. На твою могилку поставят скромный венок и скажут: «Жаль, хороший был парень». И все. И все забудут тебя. На твоей могиле трава вырастет, и на Пасху товарищи придут, и размалеванные раскрашенные яйца будут чистить. Да, это так. Жизнь – это не кино. Жизнь – все, что будешь делать. Любить, не любить, согласен, не согласен. Там, в конце концов, останешься один, понимаешь? Один. А то, что ты так крепко держишь в руке, это же мое вино. А ты спроси, почему я пью, а не режу себе вены? Или ты думаешь, что первый ты, который полюбил навсегда и навечно? Навечно и навсегда нету. Вечно это трава или яичная скорлупа. Не верь ему. Он неправду говорит. Нет, правду. К сожалению, современная женщина не похожа на женщину, которая была раньше. Которая была и матерью, и женой, и воином, и шила знамена, и для воина пищу готовила. Сегодняшняя женщина эмансипирована и вполне нормальным считает в неделю минимум два раза изменить тебе. Это называется культурным отдыхом, личной частной жизнью женщины. Потом развод. Оставляет детей, отбирает у тебя квартиру, выгоняет тебя на улицу, чтобы ты сидел там и думал, спокойно думал о превратностях жизни. Развод – это прекрасно. Человек, который хотя бы два раза не разводился, не может себя считать интеллигентным. Это только слова, он не поверит вам. Луи Пастер, для того, чтобы спасти человечество, сам себя заразил вирусом чумы. А вы что так молоды? Что сделали вы? Где вы учитесь? На архитектурном. Значит, где же будут те здания, которые должны быть построены по вашим проектам? Где те новые неожиданные решения, если Корбюзье, великий Корбюзье, будучи студентом, перерезал бы себе вены из-за какой-нибудь девчонки, то у нас не было бы церкви Рушаны и того прекрасного жилого массива в пригородах Марселя. Люди не жили и не молились бы по-новому. Мир обеднел бы. Одно с другим не имеет никакой связи. Что значит любовь? Рука в руке. Часами смотреть друг другу в глаза до полного отупения. Неужели это любовь? Что-нибудь сделать для другого? Для человека, который рядом, отдать себя ему без остатка. Вот это любовь, которая достойна человека, достойна мужчины. Достойна. Это только слова. Слова, слова. И неужели любовь символизирует только одну женщину? И притом эту, а не другую.
Посмотрите, какие редкие зубы у нее. А волосы тоже некрасивые. А грудь, грудь какая плоская. Не слушай его, закрой уши. А ноги, ноги. Правда, ими можно ходить, но для другого, сами посмотрите, циник. Неотесанный чурбан. Вон, с глаз долой. Молодой человек, вас ждет блестящее будущее. Бросьте бутылку, она вам не понадобится. Не бросай бутылку. Не бросай бутылку. Не бросай бутылку, не бросай! Они нам ничего не смогут сделать. Не бросай бутылку. Не бросай, не бросай! Ну, действительно, ты права. Стоило ли так все осложнять? Не надо было. Лучше сесть. Действительно, то, что вы делаете, это неразумно. Спускайтесь, девочка. В автобусе стоя не ездят. Садитесь, садитесь. Автобус трясет, можете упасть. Правильно? Ну вот, оба успокоились. Прекрасно. Правда, мы не имеем права на покой. А может быть, теперь пойдете к нему? Спасти 9 человек – это гуманный поступок. Не заставляйте ее. Пускай сама решит. Сама подумай, взвесь. Не смотри на то, что я категорически против. Ну? Хорошо, я пойду. Ну? Вы должны настроить его. Смягчить, повлиять. Немножко блеска в глазах. Пара ласковых слов, всего 2 слова. Роль женщины очень велика. Без вас, без женщины мы пропали. Ну, вперед! Ты не должна была соглашаться. Но если ты решила, значит, ты и права. Мне нечего тебе сказать. Немножко улыбки, грудной голос, блестящие влажные глаза. Она это умеет. Я знаю, она это умеет. Женщины умнее мужчин. Что правда, то правда. И улыбайтесь. Как можно больше улыбайтесь. Ну, вперед! Что-то много смеются. Только бы ошибок не допустила. Женщина умнее мужчин. Они больше не смеются. Они же не могут все время смеяться. Может быть, встали перед временными трудностями. Ничего, она не женщина, а огонь. Я совсем о другом беспокоюсь. Что вы говорите? Вы что, не видите, что автобус едет? Ничего не сказала. Ничего. Из того, что вы мне наказывали. Только сказала, езжай быстро. Быстро. Сказала, что очень люблю скорость, риск,
лететь, как птица. Так едет только настоящий мужчина. Люблю тебя, сказала. Давно люблю. Все лето прождала тебя на остановках. А потом молнию спустила. Ты неправду говоришь. Я сказала, что он как сталь. Настоящий мужчина. Такой, каким я его представляла. Сказала, что мне нравятся такие мужчины, как он. Не мог никак пуговицу расстегнуть. Все пуговицы порвал. Это неправда. Это твоя фантазия. Ты врешь назло мне. Это правда. Она врет. Она все врет. Не верьте ей. Ты хочешь меня унизить? Ты мстишь мне. Она выдумывает. Это ее фантазия. Понимаете, фантазия. Она все врет. Она врет все. Она выдумывает. Нет. Это правда. Вот так и было. Он обещал мне ехать как можно быстрее. Всем желаю приятного путешествия. Летит как сумасшедший. Ничего не можем довести до конца. Как? Как ты могла не думать о стольких людях? Ты камень! Ты камень! Тебя ничего не волнует! Тебя ничего не волнует! А тебя что-нибудь волнует? Ты о другом когда-нибудь подумал? За всю дорогу ты хоть раз сказал, вот это я сам сделаю. Нет, всегда другой, другой. Другой пойдет, другому по голове ударят. Другой, другой. Так ничего не получится, так точно до места не доедем. Послушай, ты деревня, понимаешь, что ты говоришь? Хватит! Не будем ссориться! Выхода из этой ситуации я не вижу! Выход есть! Есть выход! Есть выход! Есть! Есть выход! Есть выход. Водителю надо дать хлеба. Ему нужно 3 батона. 3 хлеба. Надо собрать и отдать ваш хлеб. Что? Отдать свой хлеб? Ты что, с ума сошел? Парень, какие глупости! Опять чокнулся, сопляк! Ты знаешь, что это означает? Знаю. Вы должны собрать и отдать ваш хлеб. Другого выхода нет. Как это нет другого выхода? Как? Другого выхода нет? Нет? Это мой хлеб! Конечно. Если бы отдавать хлеб свой... Было бы так легко, сопляк. Мы бы с самого начала собрали бы и отдали. Но кто отдаст свой хлеб? Значит, превращаемся в землю, на которой растет трава. Красивенький холмик, могилка. Я уже вижу, как бабочки садятся на ваши могилы. Сперва на вашу, потом на вашу, на вашу, ну и на вашу. И на вашу. Это уже судьба. Другого выхода нет. Надо отдать хлеб. И чтобы было справедливо, пускай каждый свой батон поставит на это сиденье. Это мой. Ну вот мой. А это мой?
а потом от имени народа говорит. Значит так, 7 батонов. Если пополам, то получится 3,5 батона. На 0,5 батона больше. Новая проблема эта половина. Что делать? Простите, так получается, что мой батон лишний, я возьму. Я это делаю ради общего дела. Как это ради общего дела? Значит, один должен отдать, а другой нет. В этом случае я тоже не отдам. Не понимаю, почему не даете мне мою половину? Вам нужно всего 3 батона. У вас по 2 батона, у меня всего 1 батон. Ради принципа. Ради справедливости. Тут мы все равны, тут никто не пострадает. Как это не пострадает? Я остаюсь без хлеба. На принципиальных. Идейных, посмотрите, последний кусок из рта вырывают и говорят, что они принципиальные. В Европе люди за целый день тонкий ломтик в палец толщиной едят, а мы тут, как сумасшедшие, набиваем себе животы только хлебом. Ешьте, забивайте свои животы этим углеродом и умирайте, и подыхайте. Теперь мне с моим хлебом что делать? Ну, хлеб, который в мешке, который так вреден. Что делать мне с ним? У тебя что, в мешке хлеб? Да? Идите, я поцелую вас. Посмотрите, посмотрите. Настоящий народ – это он, это он. Древняя мудрость в народе. Мы спасены, мы спасены, мы спасены. Не понимаю, чему вы так радуетесь? Как это чему? Сейчас отдадим ему хлеб и все. Но это хлеб для свиней. Старый. Черствый. Когда корма не хватает, мы из города ваш лишний хлеб берем и... Главное, что это хлеб. Мы ему не скажем, что это для свиней. Но как это можно обманывать человека? Обманывать! Это самый простой, обычный, нормальный хлеб. Мука, вода, соль. Как обычные батоны. То же самое. Нельзя обманывать человека, это грех. Грех? Пережиток прошлого. Достаньте 3 батона. Знаете, как надо хлеб подавать? Конечно. Я давно мечтал на общественных началах сделать что-нибудь полезное. Вперед! Вперед! Товарищ водитель, товарищ водитель. Хлеба не хочет.
Уже не надо, говорит. Чистый лесной воздух хочу, говорит. Мать хочу свою видеть. Каприщицу еду. Соскучился. По родниковым водам, по лесам. По старому мечу своего деда соскучился. Соскучился по старому мечу своего деда. По глотку свежего воздуха, по матери соскучился. Во всем ты виноват. Он же говорил, не надо обманывать человека, это грех. А ты, пережиток прошлого, и вообще в течение всего вечера играл на наших нервах. Все время поучал нас, сделай так, не обобщайтесь, живите весело. А его манера, манеры, пальто какое. А приказы, какие приказы? Фельдмаршал! Он узнал, что это хлеб для свиней, поэтому не хочет. Нет, человек хочет ехать в Каприщицу, не хочет хлеба. Если бы ему дали нормальный хлеб, он бы взял. И теперь ты отдашь свой хлеб. Мы из-за тебя не хотим попасть в пропасть. Отдавай свой хлеб. Это для вас не Чикаго. Я буду кричать, я буду жаловаться, товарищи, граждане, друзья, коллеги, милиция! Это мероприятие на уровне ЮНЕСКО. Свобода, равенство, братство. Отдай хлеб. Отдай. А не то я эту скрипку размажу о твою голову! Это когда же мы остановились? Водитель на нас смотрит. Почему? Чуть было человека не убили. Улыбается. Назад едем.